Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алена Невмержицкая. Сегодня хочу вам показать сводчи новой палетки. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. То есть я на пальцы сейчас наношу поочередно хайлайтер, румяна и бронзант. Сейчас камера сфокусируется, и вы увидите то, что хайлайтер и румяна имеют небольшое вкрапление перламутра, а бронзант абсолютно матовый. Очень хорошая пигментация у данной палетки. То есть хорошо можно растушевать на нашем лице. Да, вот вы видите, сейчас камера сфокусируется получше. Вот. Видите, да, как... Ну, сейчас получилось то, что коричневый получился с перламутром, потому что я после вот этих вот размазала, растушевала бронзант. Так, бронзант, он абсолютно матовый. И сейчас вот я на камере вам тоже поднесу, чтобы вы лучше видели. Так что я очень довольна и рада тому, что мне удалось все-таки урвать данную палетку, потому что предыдущую, к сожалению, не получилось приобрести, было постоянно ноль на сайте, поэтому я надеюсь, что вы к старту продаж все-таки сможете, успеть приобрести палетку. Хочу также вам дать отзыв по сухому шампуню, потому что многие сказали, что нужно, конечно, пробовать, да, продукт. Просто хотела вам показать, чтобы вы быстрее увидели новинки. Шампунь сухой, у него очень классный запах. Я вообще прям не ожидала, никогда у меня не было сухого шампуня до этого. Поэтому сейчас вот решила взять. То есть наносится он, знаете, как такой вот лак для волос. Потом начинает засыхать. Ну и, собственно, тем самым убирает грязь с волос. Запах просто шикарный. Знаете, таким вот реально, как будто бы хорошим шампунем пахнет. Мне очень понравился эффект, поэтому все-таки скажу то, что должен быть шампунь сухой, да, потому что бывают разные случаи, и если нужно быстро себя привести в порядок, то это то, что нужно. Так, у сухого шампуня артикул 82-28, у палетки 60-73. Вот, поэтому я благодарю вас всех за просмотр. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вы также хотите стать консультантом компании Faberlic и получать скидку на все от 20%, ссылочку оставлю внизу под видео. Всем пока, спасибо, что вы со мной.